Ну, давайте с вами смотреть, что было важно в архитектуре. Ну, конечно, жилые дома не сохранились, но сохранились такие вот своеобразные урны да, для праха, которые выглядят, да, были выполнены в виде домиков, хижин. Посмотрите. Вообще дома трусков, а мы будем говорить с вами о периоде именно расцвета, то есть расцвет это, смотрите, археический период Греции, да, это 7 века и до начала 5 века нашей эры, до вот захвата кельтами. И перед вами две урны, которые представляют собой как раз жилища этрусков. Причем, как вы понимаете, непростых и этрусков. Вот, например, слева урна в виде так называемой хижины Ромала да, на Палатинском холме. Это вообще все эти жилища, они были глинобитными домиками, одноэтажными, вот с такими э, трехскатными крышами. Вот справа картинка больше может вам дать да, представление об архитектуре. То есть это не храмы какие-то, не колонны, портики и прочее, это именно просто глинобитное. Или еще иногда из кирпича, причем кирпича не обожженного, как правило, из сырца. Также строили из дерева дома, поэтому, в общем-то, они и не сохранились, потому что материалы очень были хрупкими и недолговечными. Да? То, что мы с вами имеем от этого периода, это все, конечно, каменная архитектура. Города. Что из себя представляют э, этрусские города? Этрусские города, они m, были двух типов. Регулярные, с прямыми улицами, с такими проспектами, перекрестками и так далее. Это то, что будет перенято а, римлянами. И а, более а, хаотичные, m, спонтанные, с кривыми такими улочками. То, что вот, характерно больше для средневековой Европы конечно, в основном все, что сохранилось, это вот только такие фундаменты, и вы видите слева, например, это некрополь, и уже видно, да, насколько наблюдался такой культ прямой линии. Также видим с вами, что этруски складывали стены из крупных камней, причем они их не просто, да, вот складывали только из камней, но еще добавляли, включали а, другие материалы, то есть тот же кирпич или, а, например, глину, глиняные, да, делали соединения. Вот, пожалуйста, например, такое тоже археологическое, да, археологическое место. Это город Руселле. А, мы видим с вами фрагмент креплений, городской стены, да, такой крепости. Это мощные толстые стены, о функции этих зданий очень сложно да, говорить, потому что сохранилось мало, и по предметам, исключительно по предметам, которые находились тогда вот в этих местах, можно понять, примерно догадаться, что там находилось, да, что, что это за функция была здания. То есть это были и мастерские, это были и просто жилые дома. Но в основном, конечно, то, что до нас, до нас дошло, это некрополи, да, города мертвых, кладбища. Именно они строились из камня. Жилые дома строились из дерева или из глины, или из кирпича. Ветлонии, да, очень грамотно был использован ландшафт города, да, холмистая такая поверхность. И Улицы часто поднимаются в гору и идут по вот этой вот искривленной поверхности. Вот. То есть не всегда вот эта прямая линия, иногда, конечно же, и идет искривление, если этого требует ландшафт. Как правило, дома даже кирпичные имели фундамент. Фундамент складывался, ну, из камня, соединялись камни глины. Вот, поэтому тоже можно в общем -то, судить хотя бы пока о расположении этих домов. Вот еще примеры оборонительных стен. Мы видим с вами, что блоки они а, иррегулярны, да? то есть они не ровные, не высечены все а, в одинаковом размере, то есть это не, то, не совсем то, как потом будут работать ремляне. А, больше напоминает, наверное, нам вот микенскую кладку, вот эту вот циклопическую, да. Но если там действительно каждый камешек камешку был очень подобран четко, так что между ними зазора никакого не было, то здесь зазор часто просто заполнялся вот той самой глиной или какими-то мелкими камнями. что еще сохранилось? Сохранились, конечно же, ну вот я вам говорила, да, некрополи, то есть разные гробницы. И эти некрополи, они, как правило, представляли собой форму вот таких вот круглых курганов. Называются эти, такой тип гробниц в виде в форме кургана тумулус. Это либо вот непосредственно курган, то есть насыпное сооружение, или это же Мавзолее в форме полусфер. Вот запомните это, да, потом круг, сфера, овал перейдет уже в римскую архитектуру и станет очень популярной. Стены расписывались, и особенно сохранилось много именно фресок в гробницах. Вот, пожалуйста, да, то есть, я вам обещала скульптура вот это саркофаг супругов, так называемых, да, то есть вот портретное изображение двух супругов. Я не буду подробно говорить об искусстве, да, но просто обращаю ваше внимание, что иконографически эти лица, они напоминают нам лица куросов и кор архаической скульптуры Греции. Но при этом, да, это портреты людей. Еще, да, покажу вам примеры гробниц. Это, конечно же, гробницы в Тарквинии. Вот в Тарквинии вы можете увидеть большую часть как раз сохранившихся фресковых росписей, монументальной живописи. Считается, что это фреска, то есть это роспись по мокрой штукатурке. Вообще фрески первые, вот, они примерно были созданы одно и то же время, но вот на территории и Трурии, и еще, конечно, Греции, но самыми ранними фресками являются критские фрески. Ну, если мы говорим с вами о Европе, как минимум. Гробницы имеют определенные названия, но эти названия, они условно да, были подобраны исследователями в связи со сюжетикой фресковых росписей. То есть у нас здесь охота рыбный гробница охоты и рыбной ловли, потому что мы видим с вами сцены, в общем-то, охоты и рыбной ловли. Ну, а справа гробница Треклиния, то есть э, такой спальни, скажем так, потому что там э, изображены возлежащие э, люди. Так, что еще сохранилось э, из именно этрусской архитектуры? Это ворота, ворота э, древних этрусских городов. Вот Мы с вами уже знаем, что Перуджи, Вольтера – это русские города, я указала вам на то, что это римское время. Точная датировка неизвестна. Есть множество дискуссий, да, они с тем, что э, есть сторонники того мнения, что все же это период итрусский, то есть где-то, наверное, 7 век до нашей эры, но многие исследователи не настолько оптимистичны а, и считают, что все-таки это период Ранний период Рима, да, то есть самый поздний период этрусков. Это значит, может быть, четвертый век до нашей эры, третий век до нашей эры. Вот почему, с чем это связано? С типом кладки. Вот это очень важный момент, потому что мы сейчас будем с вами говорить скоро об архитектуре древнего Рима и обратите внимание на то, как здесь сложена эта арка. Она сложена при помощи э, клинообразных да, камней, которые вот, вот так вот да, складываются ве веером и образуют форму арки. Вот вы можете здесь увидеть, вот здесь видите, да, вот так э, ложатся камни. Это правильная настоящая арка. А вот еще, например, э, порта Марция в Перуджи тоже здесь еще лучше видно. Вот такой тип. Вкладке, такая арка, она появилась, ну, опять же говорю, да, это одно из мнений, именно уже в Древнем Риме этруски создавали арки ложные, ложные своды. Что такое ложный свод? Ложный свод – это вот когда форма, в общем-то, придана зданию, да, форма свода, форма арки, но при этом камни располагаются не вот так вот, да, как бы по, под углом. А образованные они путем напуска горизонтально лежащих камней. То есть вот так вот, как бы лесенкой такой, да. Иногда только верхний, верхняя часть самковый вот камень и близлежащий, да, то есть те камни, которые вокруг выстроены по вот этой вот форме веера, да, то есть а, клинообразными камнями, но не целиком вся арка. Поэтому вот и считается, что все-таки это более поздний период римский. Ну, а если это не римский период, то значит мы с вами меняем свое мнение а, о том, что впервые арки появились, настоящие своды были изобретены римлянами, да. Значит, все-таки не римлянами. То есть вот поэтому я говорю, этот вопрос он остается открытым. И интересно, да, нам с точки зрения вот именно изучения эволюции архитектуры. Но мы видим с вами, что важно, да, вот этот кусок арка и, и вот этот фриз, а, можно сказать, да, три триглифы и метопы, то есть вот такие вот. Это, да, конечно, не триглифы, да, но что-то типа триглифа. Такие полуколонки и между этими колоннами идут а, скульптурные изображения. Это все. А, то самое вот время, да, скорее всего, позднее русское время. То есть, когда я говорю вам о древнеримском периоде, ведь Древний Рим – это тоже очень такое понятие обширное, да, мы можем говорить с вами о периоде до нашей эры, да, В республиканском периоде, мы можем с вами говорить о периоде, вот, переходном принципате, мы можем говорить с вами об империи, вот, но вот это период еще, когда Рим был так или иначе в тени Греции, конечно, а среди храмов, что у нас Сохранились ли у нас какие-либо храмы, храмы древние и к сожалению, нет. Но сохранились, конечно же, руины, сохранились остатки какие-то, но вот в таком действительно хорошем виде, как сохранились многие древнеримские памятники, такого, конечно, нет. В основном, все, что мы можем с вами видеть, это реконструкции это макеты, это попытка представить то, как выглядела архитектура Этрурии. Вот, например, реконструкция Трусского храма. Это, конечно, новодел. Новодел конца XIX века. Обратите внимание да, на даты в конце 89 90 х годов. Но в этом новоделе присутствуют также и подлинные камешки, в том числе кое-какие декоративные элементы. Но вот конкретно в этой реконструкции декоративные элементы, они не выставлены, да, они помещены в экспозицию музея, ну, понятно, потому что дождь, ветер и так далее, птички какают, да, конечно же, никто не будет оставлять такие редкие, редчайшие примеры, да, скульптуры, архитектурного декора на улице. А что это за место такое? Это место, которое я вам очень рекомендую посетить. Это Рим. Это самый центр Рима. Это музей этрусского искусства, который располагается в комплексе виллы Джулия. Это вилла вообще второй половины 16 века, это эпоха манеризма, и мы об этой вилле обязательно с вами поговорим на одной из наших лекций. Вот. Но а музей этот шикарный, он большой, и при этом достаточно, как мне показалось, компактный. То есть там много всего, но очень комфортно по нему ходить, гулять много а, интересных текстов, то есть всяких разъяснительных статей. То есть если вы ничего не знали про этрусков, побывав в этом музее, вы будете хорошо разбираться. И вот на территории этого парка также располагается эта реконструкция храма. Обратите внимание на декор. Вот этрусские храмы, они были более декоративные, нежели греческие, хотя, конечно же, Этрусская архитектура храмовая, она идет по линии древнегреческой. Это тоже ордерная архитектура. Посмотрите, колонны. Колонны у нас тосканского ордера. Запомните это, потому что мы будем говорить с вами об изменениях в ордерной архитектуре. Вы видите это треугольный фронтон, мы видим трехскатную крышу. Значит, что является обобщающим таким, да, обобщающей характеристикой архитектуры именно храмовой в первую очередь это глухая стена сзади и как правило еще и глухие стены по бокам мы видим с вами не как вот допустим храм парфенон до да, имеет э, лес колонн по периметру да а здесь вот это вот идет глухая стена но очень мощный и глубокий портик колонный да вы видите треугольный фронтон, как правило, не украшался архи... э, скульптурой, вот, что тоже не характерно для греции. Почему? Потому что, как ни странно, своды этрусских храмов в основном делали из дерева. Вот древнегреческая архитектура каменная, да? а э, колонны тоже каменные, а свод более легкий, да? чтобы, ну понятно, русские были, наверное, не такими инженерами гениальными, как греки и делалось из дерева, и не умели они еще каким-то образом да, деревянную скульптуру туда монтировать, и еще к тому же очень выносной, очень глубокий вперед выступающий карниз, он погружал эту зону тимпана. Тимпан это вот эта вот часть, да, треугольничек, тимпанное поле. Погружал в тень, и скульптура не будет смотреться хорошо. Вот на этом слайде вы видите тоже часть ну это 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 вот, видимо, была какая-то реставрация. Это не моя фотография, вот это, да? Вот это мои фотографии здесь. То есть, видимо, какая-то там была и или просто сняли временно. Вы видите, как выглядит, собственно, да, начинка этого этого свода. Вот мне не посчастливилось -то увидеть, да, я увидела здесь уже закрытую часть. Также обратите внимание, что карниз и крыша она покрывается чем? Открывается она терракотой, да? то есть обожженной глиной, соответственно, рельефами терракотовыми, глиняными, то есть это не каменная скульптура. Ну, Каменную скульптуру тоже выполняли э, этруски, но не для архитектуры, не для архитектурного декора, а для некрополей, для гробниц. Вот. А здесь мы видим с вами очень богатую орнаментику. Обратите внимание на вот эти маленькие такие декоративные щитки которые называются антификсы. Вот еще есть такой термин акротерий. Акротерии и антификсы, они, конечно же, присутствовали и в греческой архитектуре, то есть это то, что тоже пришло в Этерурию из Греции. Акротерии – это скульптуры на углах, вот здесь и здесь, да. А антификсы – это такие тоже скульптурно-декоративные элементы, которые располагались на боковых стенах, да, на карнизе боковых стен. Также всегда подчеркивался конек крыши каким-то тоже декоративным элементом. Вот вы видите здесь такой абстрактный орнамент с какими-то растительными мотивами. И вы видите также греческую орнаментику здесь. Это вот такой лаби лабиринт меандр. И при этом есть какая-то еще своя собственная этническая восточная тема. Вот даром все же этруски пришли из Малой Азии. Что мы еще с вами знаем об храмовой архитектуре Трурии? Ну, мы знаем с вами, например, то, что написал в свое время Витрувий. Кто такой Витрувий? Витрувий – это величайший человек для нас с вами, для людей, которые изучают архитектуру Древнего Рима, потому что Витрувий, он принес нам знание о греческом ордере, то есть то, что греки Сделали, да, мы знаем с вами по древнеримским текстам. Он является автором фундаментальных трудов по архитектуре. Это первый век до нашей эры, да, то есть очень древние тексты. Нам, да, дошло до нас, до наших дней, сохранилось описание двух типичных этрусских храмов. И вот самым известным является вот такой тип храма, который был воспроизведен четко по тексту, по описанию Витрувия в 17 веке архитектором Иниго Джонсом. Иниго Джонс – это архитектор неоклассицизма, паладианец. Вот, про паладианца мы тоже с вами будем говорить, это чисто итальянская тема. Вот, это Лондон, как вы понимаете, конечно же, да, Covent Garden. В чем то напоминает нам и вот этот храм, только, конечно, нет этого декора, но декор это не самое главное, ведь главное это эм, архитектоника, это то, что, собственно, составляет архитектуру. Да? Вот. Но были и другие э, типы, которые описывал Ветрови, но вот этот вот сохранился нам, не сохранился, а мы можем с вами увидеть примере такой реконструкции 17 века. И еще один известный тип. Храм, как раз который тоже описывался Витрувим, это капиталистский храм в Риме, который не сохранился. Самый древний храм Рима считается 6 век до нашей эры. Вот посмотрите, какой, насколько он мощно выносится здесь карниз. Вот здесь тоже очень. Карниз это вот эта вот часть, да, верхняя. Вот это типичный греческий храм тоже на территории Италии, на территории Пестума, Пестум. Это еще доклассический такой период, ранний классический период, скажем так. Вы видите, здесь очень все гармонично, не глубокий карниз, а здесь он очень глубок, создает целую настоящую, да, дополнительную галерею. Также невероятно глубокий тимпан, посмотрите здесь, который еще базируется на таких балках. Да, вот здесь, посмотрите, он не настолько глубок, он глубок, но он не настолько глубок по сравнению с пропорциями да, сального храма. Вот. И здесь обратите внимание на эти колонны. Это колонны того самого тосканского ордера. Да, а для Греции характерен был дарический ордер. Сейчас мы о нем поговорим. О бордерной архитектуре поговорим обязательно, потому что это, это самое важное что касается вот как раз античной архитектуры. Потому что ордер станет потом главной вообще темой, э, лейтмотивом архитектуры всех эпох, вплоть до сегодняшнего дня. Ну, наверное, в 20-21 веках меньше, ну, второй половине 20 века я имею в виду, конечно же, но тем не менее.